Итак, самый добрый день. Кто там? Где там? Алло? В юбке? Кто у вас в юбке? Ваша буфетица. Так и я. Hello, hello, hello. Ладно, пока, пока. Спасибо за сердечки, спасибо за сердечки, спасибо за сердечки. Южно-Сахалинск, привет. У нас опять погода летняя, опять жарень наступает, не надо до наступления. Грузинка, привет. Ижевск, Розалия, привет. Люблю вас, и я тебя люблю. Австралия, привет. Новая камера, нет, это у меня iPhone. Это у меня iPhone. Вот уже деревья покрылись листвой, уже все зазеленело, зацвело, красота. Починил, тот сосед не выдержал, починил, прибил этот отлупившийся. Москва, привет, Сибирь, привет, Омск, привет. Орду, Турсуля, давно вас не было. Я вчера, по-моему, была на Ижевск, привет. Фартуки, ага, фартуки. Сосед все-таки прибил с той стороны этот забор, потому что мы уже его стали видеть. Он думает, ну вас нафиг. Верите в Вангу предсказать? Нет, я ни во что особо не верю, нет. Ну, знаю, что что-то есть, но я пока не кушаю. Турция! Привет, Турция! Турция! Ой, боже, как я люблю Турцию! Особенно Стамбул. Погодка просто сказочная. Но у нас уже, конечно, уже теплый. А, стою босыми ногами, как горячо! А, не надо так горячить! И вот как цветет, запахи просто, умопомрачающий запах. Хотела показать пельмени, ушла вообще. Варшава, привет. Как пахнет, как же пахнет он. Ой, жасмин. Это просто сюда выходишь и пришли мне пельмешек. Австралии близится зима. Да, я знаю, у вас зима, когда у нас лето. Запорожье, привет, Запорожье. Купальники сидят, вчера плавала. Ай, как горячо ходить. А! Еще утро раннее, а тут уже все горячо. Вон петушок один вылез, или кала, как их называют. Телефон, дерево называют. Я из Запорожья, Никополь тоже смотрит. Привет, Никополь. Итак, я вчера начала делать пельмени. Greeting, how are you doing? I'm okay, how are you? Балашов. Кто такой Балашов? Это не тот, который Балашов. Вы наш бриллиант. А, неограненный. Кто там ползает по моей крыше? Белки. Тут белки шныряют просто, как, я не знаю, как хотят сказать, как муравьи, но тут и муравьи тоже шныряют. Тут и ящерицы, и белки, и кого только здесь у нас нет. Ладно, пошли делать пельмени. Я быстро-быстро хотела на секундочку включить, а просто на минуточку. Еще раз свою кнопочку любимую покажу. А, сердечко греет. Медаль Героя Советского Союза. Ну и прилип, надо рамочку тоже купить под YouTube. Запорожье, привет. Пельмешки я вчера и стала делать. Сейчас я возьму ложку, помешаю фарш. Я пельмешки вчера стала делать, меня что-то отвлекло, я зацепила, у меня сейчас очень-очень такая насыщенная, как сказать, программа. И я поставила в холодильник фарш и поставила в холодильник тесто. Вот сейчас доделаю. Я очень много добавляю воды. Я люблю, чтобы такой бульончик, когда пельменчик надкусываешь, чтобы выливался бульончик. Тестечко накрыла мокрой салфеточкой. Сейчас буду раскатывать и буду пельмить и в морозилку. Буду пельмить, господи, буду лепить и в морозилку. Ну, Балашов, unfortunately. На Пасху. А, у вас же Пасха. Прошу прощения, у нас-то была уже своя Пасха. Пасха, привет. Я до сих пор учу английский язык. Английский язык надо будет учить всегда. Вот мы только что с Дугласом пили кофе, и опять он говорит, I did not sleep good. А я говорю, me too. Он говорит, нет, в этой ситуации me too не, как бы не подходит. То есть я как бы всегда говорила вот так, вот так, вот так. А оказывается, neither did I. Хотя, если скажу Митю, вчера кормила пельменями Дугласа, но он с таким, как сказать, скрежетал зубами, но ел. А куда ему деваться с подводной лодки? Он же все еще предлагает мне замуж выходить. А вдруг, если он поест мои пельмени? Дерево не знаю пока. Пока торчит в земле. Итак, как похудание? Похудание пошло на плюс. Я не знаю. Ha 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 ha!
Нет, я ничего не снимаю. Это мой дом. Это мой дом. Дуглас живет в доме, я живу в пристройке вот в этой. Пельмени, конечно, сама готовлю. А кто же будет готовить? Ну, тут у нас апартмент. Дуглас, я его так настоятельно требовала, просто требовала, чтобы он построил этот апартмент, как задницей чувствовала. Да не хай, соглашайтесь. Не-не-не-не-не. Да зачем же второй раз за одного и того же? Что, мало мужиков на земле? Нет, я уже подащу себе. Вы самая лучшая бабушка, мама. Спасибо большое. Все, я пошла делать пельмешки. Все. Хотела сказать всем большой привет. У меня такие повороты, такие события в жизни опять. Короче говоря, расскажу все потом. Вернее, не расскажу, все видите в видео. Пельмени вкусняшки. Я никогда не ем с китайским соусом. Я ем пельмени либо с майонезиком, либо со сметанкой, самое лучшее, либо... Да, потом все расскажу. Халат большой прям, не затягивается больше. Как беременная у меня где-то, хотя я далеко не... Все, все. Итак, у нас сейчас половина первого, без 20 час, и на градуснике у нас в доме уже 28, но мне холодно, я не знаю, почему-то я все время мерзну. Я все еще сплю под теплым одеялом, я ночью так мерзну, сплю под... Меня Флорида разбаловала. А ведь я же 13 лет была моржом, купалась в холодной воде, купалась в холодном море в черном, в зимнем. И сейчас такая мертляка стала, просто караул. Почти 30 градусов тепла, а мне аж это, не включаю даже вот этот, потому что мне холодно будет. Ну ладно, уже включу, потому что замерзну. Ужас, на улице, конечно, уже по 35. Все, пошла делать пельмешки, все, всех люблю, целую, будьте счастливы, пока. Ой, как же выключить? Все, будьте счастливы.